Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам обращение. Можете выслушать? Да нам нет. Да нет, что как это так? Подожди. Опа. Так, я это вот прямо зря вы так. Инспектор, можно? Можно вас пригласить? Это вы прям зря так. Зря вы так, как это, гражданин обращения, а вы так отреагировали. Ну вот это вообще вы никак. Вы не обращение говорите, можно вас и все. Я говорю, можем, я к вам обращение, говорите, вы говорите, говорите. Нет. А, там такая ситуация, знаете, клуб проспект есть. Там стоят препятствия на дороге. Конусы прям заграждают полностью все. Пойдемте, я вам покажу, тут рядом да, правонарушение, и нужно отреагировать. Либо их привлечь, либо их. Но это нужно с проезжей части убрать. Вы как полицейский должны отреагировать. У нас к вам обращение. То есть должны быть. Сейчас можно? Подъедем. Ну сейчас мы здесь. Можно, вот мы можем. И пойдем, конечно. И вы у нас там ждем, мы, хорошо? И мы подойдем туда, да. Все, мы вас тогда ждем. Мы у проспекта. Прямо около. Да я понял. Все, здесь. Мы вас ждем. Так, у меня единственный вопрос. Ваша фамилия, имя, отчество, чтобы я знать, кому обращение сделал. Ну вдруг вот вы не отреагируете нам на обращение гражданина. Назовите, пожалуйста. Булычев. Еще раз? Булычев. Булычев. Андрей Викторович. Мы тогда вас ждем. Я очень надеюсь на вашу порядочность, что вы туда подъедете. Хорошо? Что там? Конуса стоят. Туда нужно будет подъехать, и там есть правонарушение по 12.33.1.5. Вот под этот пункт правил нарушен. Там стоит конус на проезжей части, который препятствует парковке на данном участке. То есть там клуб «Проспект» выделил себе парковочные места, достаточно большое количество. В связи с чем люди там не могут припарковаться. А у них документы есть? Они не имеют права делать то, что устанавливают эти вещи. Может, разрешение есть. А насчет чего? Это дорога общего пользования. Никакого разрешения априори не может быть у них. Вы это должны прекрасно понимать. Не первый раз люди за такие род правонарушения привлечены. Вы, наверное, в курсе, сам у нас вопиющий был ЖД вокзал. Там же порядок навели. Навели. Уж здесь порядок навести 5 секунд. Так что мы вас ждем. Сколько примерно по времени займет? Да я не знаю сейчас сколько. Ну, у нас, мы вообще по эвакуации работаем, наш экипаж. Я не знаю, мы сможем сейчас подъехать. Можете, конечно. Но вот смотрите, вы сейчас загружаете этот автомобиль. Вам надо центральный экипаж. Не, нам, ну я же к вам, вот здесь сейчас. Мы-то понимаем, но мы-то работаем по одному направлению. Подождать, правильно? Вы, вот есть правонарушение. А здесь нет правонарушения. Вот сейчас вы эвакуируете автомобиль, верно? Вы как полицейский поступил обращение. У нас же есть расстановка. Вы должны сейчас отреагировать, правильно? Мы обратились, мы сейчас доложим в дежурную часть. Вы можете отреагировать сами? Мы доложим в дежурную часть, а если он скажет нам проехать куда, то мы проедем. Можете сейчас сделать запрос, проедем. И я от вас получил вразумительный ответ. Сейчас мы запрос сделаем. Вы ожидаете, сделать? Мы сейчас сделаем. Вот если человек, молодой человек, я вам еще раз объясняю. Мы сейчас если будет какое-то преступление, вы также будете действовать долго, дежурную, да? Причем, вы будете запрос делать в дежурную часть, можно на вам отчетиться? Если преступление случится, мы выедем, посмотрим. Понятно. Доложу дежурную часть, нам охранять не охранять. Вот сейчас преступление, вы должны посмотреть. Это преступление раз? Конечно, это нарушение закона. Это преступление, конечно, преступление. Да, я подожду, жду. Так, мы наблюдаем интересную картину. Эвакуаторы уехали уже с автомобилями, а инспектора продолжают, точнее, инспектор продолжает звонить, чтобы узнать, можно ли подъехать туда. Хотя бы они давно бы это уже просто сделали, отреагировали на заявление гражданина. Очень странно, честно говоря, неприятно. Ну, посмотрим, что все закончится. Ну что? Что скажете? Ну да, подъедем. Вы сейчас подъедете, да? Да. Все, мы ждем, спасибо. Почистим, потом подъедем. Отъедь назад, Андрей. Да, мы почистим. Мы выставили кишки, чтобы почистить здесь. Чтобы почистить здесь, да? Да. Там не нужно здесь, не кровать. Отлично. То есть свои фишки сейчас уберете, да? Собрать, когда почистили. И здесь тоже все украли, все фишки. Ну, почисти, я чуть подать. Забери фишки тогда. Давайте мы сделаем так. Вот сейчас экипаж сюда подъезжает, сейчас он сюда прибудет. Да. Они будут по поводу вот фишек вот этих вот у вас да. спрашивать. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сделать так? Потому что я первый раз понял, что общение наше ни к чему не привело, все-таки фишки дальше ставят. Их ставить не будет, я вам обещаю. Больше фишек с этого дня не будет? Они не будут ставить. Убери фишки! Еще раз скажу, получишь по мозгам. Бросить и могу убрать фишки. Они не будут, я вам сказал.
Они мне немножко недалекие люди, я им объясняю. Вы фишки ставите, чистите, убираете снег для своей безопасности. А потом убираете, и пускай люди ставят машины. То есть вы вот слово даете, что больше фишек мы здесь на дороге возвращать. Я вам сказал, вас как звать? Вадим. Мне Виктор. Более знакомый. Если я сказал, я начальник службы безопасности здесь. Да. Если я сказал, больше никто не поставит. Хорошо. Все. Единственное, что... Может быть исключение, я вам откровенно говорю. У меня бывает, что приезжает хозяин заведения. Ну, я... даже для него исключение. Все, ну уговорили. Спасибо. Мне было приятно. Я подполковник полиции оставил. В свое время тоже коллега. Так что, ребят, примите за тупость моих ребят, извините. Хорошо. Уберите, пожалуйста, во дворик, выкиньте. Все почистите. Все. Больше не ставьте, пожалуйста. Все, я вам сказал. Все, благодарю. Если это можете меня обозвать, нехорошо. Ну, хорошо. Вы просто не хочешь. Вот экипаж. Оп. Ну вот, прям только что было чудо. Да. А вот здесь на проезжей части выставлены фишки были. Но сказали, все, это был первый последний раз, ну точнее последний раз, что больше фишек не буду ставить. А кто убрал? Вот, сейчас дочистим, мы их выставили, чтобы почистить. Можно было, чтобы подъезжать, гости могли подъезжать. Сейчас мы уберем. И все, больше никогда не поставят. Но пообещали, что больше ставить не будут. Сказано, и один раз, больше не говорил. Ну, дай бог. Да не дай бог, так должно быть. Мы же все под законом. Отлично, его очень приятно слышно. Слушать. И вам спасибо, что... Поверим. Ребят, я им сказал, вы выставите, людям правильно объясните, вы для чего ставите. Для того, чтобы можно было почистить, чтобы никто вас не ударил, для безопасности. Надо было на табличке написать, идет чистка. Ну, можно я вам скажу так откровенно? Ну, молодые ребята, я немножко не доезжаю. Не, ну так он заснял, мы когда подъехали, вы что здесь делаете? Здесь не станем на дороге. Можно я вам скажу так по-человечески? У каждого есть своя мера воспитания. Раз, не, ну, а то, что родители мне дали, никто не даст, никто образовать. Не, ну все, проблема разрешена, все хорошо. Все хорошо, спасибо большое. Спасибо за реакцию. До свидания. И чистота.